я вас приветствую на канале. Вы на картиночках впереди видели, что я купила? Да, вот у меня синие, очень хорошего качества синие. Я буду делать из него икру. Я закинула синие вот в кастрюлю, они провариваются у меня на небольшом огне, 180 у меня по Фаренгейту. Они проварятся, я пролью их, вылью воду, они немножечко остудятся, я их почищу, и потом я покажу, что я буду делать дальше. Такие шикарные помидорочки купили мы. Да, вот такие нарезанные маслины. Огромнейшая банка стоит $7. Перец мне нужен для того, чтобы капусту солить, тогда перец будет красненький, будет очень вкусненький такой. Да, еще раз покажу, очень качественные синие такие. Так что вот потихонечку я сделаю икру. Что я делаю, почему я отвариваю? Я делаю икру из синих. Не получается эти синие запечь. Как-то они не пекутся, эти синие. Это не домашние. Это вот непонятно, где выращены, как выращены. Но они не пекутся, не пропекаются, не готовятся. Может быть, надо делать еще эксперименты. Может, надо завернуть в фольгу. Ну, надо проделать еще кучу экспериментов для того, чтобы найти, чтобы они были подкопченные. Такие, как мы привыкли кушать икру, да, когда мы жарили, пекли даже на газе. Вот если бы была бы у меня газовая плита, да, без вопросов, я бы напекла. Или газовый, когда у нас будет газовый гриль, там можно будет напечь. Тогда уже, конечно, и синие можно напечь, и перец. Представляете, какая это будет красота, и помидорочки под печь. Это не икра, это сказка. А еще если подпечь лук и чеснок, это вообще сказка. Это сказка. Но это будет все впереди. Пока только варится. Ну, вот как только отварится, вот в сеточку закину, и они будут стекать. Думаю, что все будет хорошо. Вроде синие отварились, вот я вот так вот трогаю, вроде они отварились. Все, я сейчас оставлю, выключу, оставлю и все, буду ждать. А я пока пообедаю. Так вот, как мы видим, я откинула. Сейчас немножечко остынет. Остынут они, я почищу и еще сделаю так, чтобы они стекали. Оставлю, чтобы они стекали. Чтобы жидкость, горечь, все это стекло. Пока они немножечко остывают, чтобы я могла взять в руки и почистить. А потом я погружным блендером это все разобью. Добавлю чесночок, тоже разобью. И все будет вкусненько. Вот я почистила синий от кожицы. От кожицы здесь у меня. Здесь я оставила еще немножечко, чтобы она, если нужно, стечь. Чтобы она стекла. Такая дырявая у меня штучка. Чтобы хорошо протекла. Ну все, сейчас я ее отправлю вот сюда в кастрюльку. Порежу в кастрюлечку и блендером забью. Будет у меня такая икра. Вот у меня погружной блендер. Я его включила. Ну, вот так буду разминать. Вот всего несколько минуточек блендера, и икра у меня готова. Сейчас я посолю, добавлю, может быть, растительного масла так чуть-чуть, и все. И отправлю в холодильник.
Можно уже кушать. Как хотите. Будет у нас потом газовый гриль. Вот, тогда это будет уже совсем другая история. А это будет уже попозже. Так что ставьте лайки и подписывайтесь. И дождемся нашего гриля. Пока его нет. Ну что делать? Пока так. Делаю икру. Тоже вкусно.